Прям мне в живот пырните сюда. Жаркий город, здесь и люди такие все горячие. Бывает, ночью просыпаетесь в холодном поту и хотите взять за смс-ку и написать типа аппендикс. Возвращайся, пожалуйста. Ну, хотел с цветами, и девушка тоже встала. Ну, давайте вместе с вами. Визажист? Да. Медик-визажист? Смотрим канал Герман 240. А шейки смотрит? Подписывайтесь. Ребята, всем привет! Всем здравствуйте еще раз! С вами снова канал Герман 240. Сегодня у нас 24 июня, суббота. И мы начинаем наш выпуск. Сегодня мы находимся в ресторане Лофт. Погнали! Нажал? Что закончили? Медколледж. Диплом? Диплом. Свет, кандай. Как ощущения? Лытик что? А? С настроение. Красным дипломом чувствуется себя лучше, чем с синим? Ну, нормально. Школу вы закончили на красный или на синий? Красный. Вау, два красных, что ли? Ну, это вот. Ну, все понятно. Я сателлик общий. Кызыл диплом мен. Вы что закончили? Я тоже медицинский закончила. Тоже на этот, как его? Да-да. Общеобразовательный, да? В дальнейшем будете куда-то еще поступать или пока хватит? Нет, ну, на визажиста. Визажист? Да. Медик-визажист? Что за корпоратив у вас, что корпоратив за компания? Корпоратив у нас так, мы сегодня диплом получили. О, да, медики? Да, медицинский колледж. А, так значит, я только что там у ваших коллег спрашивал. Это не наши, они из государственного, а мы из Балашаха. О, нифига себе, сегодня вот нас, и вон нас, и вот нас. А сейчас, на сколько процентов вы знаете больше информации, чем вот остальные ваши коллеги? Ну, не знаю. Аппендицит где находится? Что? Аппендицит где находится? Вот на правом месте. От вас или от меня? Не знаю, как. О, ничего себе, чьи цветочки? Цветы чьи? Цветы ваши? Можно сфоткаться с ними? Вы так зажигательно танцуете! Вот так! Попробовать со мной! Сколько лет вы учились? Мы 4 года. 4 года вместе, душа в душу, рука об руку, да? Вот, вот так кулак шел вместе, и тут бух, и все, расходится. Ну, например, я уезжаю. А вы случайно не поете? А куда вы уезжаете? Ну, в Алматы. Опять умеете? Ну, надо еще подумать. Ой, ну, я на стоматолога хотел. Там же 9 лет вроде бы надо, да, учиться? Да, 9 лет. Долговато. Ну, там дальше еще почти 11. Ну, 31 год закончу. Постарею. Да. Может, как раз к этому времени я и зуб приду к вам ставить. Давайте. Балашах смотрит Герман 240. Смотрите, ребята, советую. Хороший канал. Все подписчики канала Германа 240. Я аппендицит была. Да? Серьезно? Как ощущения без него? Скучаете? Да, конечно. Письма пишете, приветы передаете? Да. А было такое, что бывает ночью просыпаетесь в холодном поту и хотите взять за смс-ку и написать типа аппендикс? Возвращайся, пожалуйста, без тебя как-то одиноко. Да, конечно. Как обычно по пьяни такое бывает или на трезвую голову тоже? Нет. Ну ладно. Желаем, чтобы вернулся он все-таки. Да, спасибо. Все. Большое вам спасибо. Супер Майк! Можно у тебя снять интервью? Джокер, привет. Добрый день. Добрый вечер. Еще раз здравствуй. Здравствуй. Джокер, ты же лучший диджей мира. Нет. Как нет? Тимберлейк вроде бы, да? Там.
чуть выше стоит. В чем его фишка? Вот, допустим, вот я там с Винампа буду песенки крутить, да, я диджей. К примеру, там диджей Кабачок. Диджей Джокер, диджей Кабачок сегодня в лофте выступает для вас. Вот у меня вдруг сейчас заболит аппендицит, надуется, я теряю сознание, падаю. И у вас случайным образом в сумочке, где-то в сотовом телефоне, в кобуре оказывается скальп. Вы сможете мне прооперировать и вырезать этот аппендикс? То есть тем самым спасти мне жизнь? Ну, мы можем там оказать первую помощь, например? Нет, мне резать надо. Вы сможете? Нет, резать я не могу. Я медсестра, но... Кто у вас может резать? Вы вообще пробовали там, резали что-нибудь, когда учились? Ну, морги... Признайтесь, лягушку резали? Нет, лягушку не резали. Нет. А присутствовали на операции, когда человека настоящего резали? Да, присутствовал. Как ощущение, сознание не теряли? Нет, у меня такого вообще не бывает. Да? Да. То есть, если что, вы меня порежете? Ну, если надо. Прям, будет. Давайте прям мне в живот пырните сюда. Да с нет. Какой стороны аппендицит, с этой или с этой? Аппендицит... Здесь, по центру. Не по центру. А где он? Он не по центру. Хотел с цветами сфотографироваться. А, вот. Но... Такие. А цветы к девушке? И с цветами. Ну, хотел с цветами, и девушка тоже встала. Ну, давайте вместе с вами. Герман 240. Смотрите себя на этом канале. Смотрите себя. Нет, это... я вам говорю, смотрите себя на этом канале, там видео выйдет. С какой он стороны? Цукини? Диджей Цукини! Диджей Джокер, привет! Добрый вечер! Я диджей Цукини. Чем отличается вот эта вот твоя вот эта штучка, да, от моего Винампа? Это полный контроллер. Над кем? Ну, типа, да, вот смотри, я Винамп открою, да, и медиаплеер. Вот у меня два будет проигрывать. А это вот у тебя, да, короче, стоит. Это лучше. Слушаем! С каким настроением сегодня пришел? С приподнятым. У тебя есть мечта? Да, стать президентом. Как только ты будешь выбиваться в кандидатуру, ты мне пиши, я за тебя буду голосовать. Интервью будешь брать у меня? Ну, если только ты позволишь. А он будет снимать меня? Ну, если только ты позволишь. Я позвоню, лично сам позвоню. Все? Все? Хорошо. Все, дорогие друзья, голосуем за Олжаса. Это наше будущее, наше светлое будущее. Можете другой вопрос? Хорошо. С какой стороны аппендицита нету? Медицинский смотрит канал Герман 240. Муслим, медицинский тоже, да, заканчивал? Да, заканчиваю. Медбрат? Не, фельдшер я. А, фельдшер. Да. Все хорошо. Вопрос к фельдшеру. Вы Балашак, они государственные, да? Да. Вопрос к Балашаку. С какой стороны аппендицит находится? Можете с показать? Какой? Да. Вот он. Вот. Балашак знает. Государственный искал. Цветы так и не дали сфоткаться. Нажал? Вот он, вот, вы видите, да, он нажал или не нажал? По шейке! Да! Когда первый раз я смотрел ваше название, я читаю Шакеит. На казахском как будет?
Нет, бывает так часто путает, но это не на казахском, это группа Шеги. Сбодрись, стряхнись, из Алматы. Уже 2 года, и, если честно, мы второй раз приехали в Кызылорду. Кызылорда очень хорошая. Вы знаете, молодежь даже иногда напоминает алматинскую молодежь. Очень все веселые, очень все добрые, все зажигательные. Южане! Какая программа будет у тебя? Ой, бля, ты пиздец такие вопросы. Я вот знаю, как ты любишь танцевать. Да. Ты сделаешь общеобразовательным, чтобы дети там 6 лет в школах проходили танцы? И больше стрип-пластики, да? Правильно. Этот, когда президентом будешь, всех чиновников, депутатов, чтобы подписали, сделаешь, ладно? Все хорошо. Смотри. Вы скажите, это в каком месте-то я... Хочу туда сходить, потому что я как с камеры куда-то выхожу, все, вот так лицо закрывают. Нет, нет, убери. Выпьемши, давай, снимай, снимай. Потом утром пишет, удаляй, удаляй все. Удаляй вообще. Мы еще не видели таких здесь. Пойдемте, я сейчас покажу. А как вы думаете, здесь лабутены зайдут? О, еще как. Я долго вспоминал этот момент. Понеслась. Это очень, да, жаркий город. Здесь люди такие все горячие. Постоянно с температурой. Скорая только из все со аспирином. Золота, круто! А еще заведение Лофт, это вообще просто сказка, если честно, для нашего желудка. День кормят абсолютно разными блюдами. Нас каждый день кормят пловом. Нет, абсолютно разными блюдами. Меня зовут Наиля. А меня зовут Ерке Булан. Герман ТВ. Где выступали? Мою творческую деятельность с командой Кешью. То есть я 2,5 года, да, там участвовала. Ну, у меня не такой большой опыт, но я с детства пою, везде участвовал, везде мы выступали. А, вот год назад я участвовал в проекте Mozart Life. Это республиканский проект, очень большой мегапроект. И я вот финалист этого проекта. И после этого я вот пришел в Life Band. И для меня это, знаете, это очень хороший опыт. Здесь такой кайф, здесь такой кайф петь. И мне очень нравится это. Смотрим канал Герман 240. Мне все время было интересно. Я вот как бы сам как диджей с огромным опытом уже лет, наверное, месяц. Диджеи, да, там стоят, и они что-то, бля, вот так там делают, что-то сюда, туда крутят, что-то. А музыка та же самая. Что он делает здесь? Вот они сами знают. Кто-то просто, да, типа трогает вот так. Во-во-во, да, вот это вот. Я там знаю, один диджей, короче, работал там с одним. Я тоже, вот так вот. Вот это я знаю. Нет? Так и знал, я тебя проверял. Вход-выход, и мы опять играем любимых. Была музыкальная рубрика от диджея... Макс, как там я называю? От диджея Цукини. И сегодня у нас в гостях был диджей Джокер. Герман 140 ТВ. 240. Смотрите канал Герман 240. Советую. Поймите, просите, пожалуйста. Спасибо. Дорогие друзья, вот такой вот получился выпуск, позитивный, болтливый. Это был канал Герман 240, ресторан Лофт. До новых встреч, всем пока. Но только без азартных игр. Игр, без азартных игр, игр. Если это видео смотрит Игорь, отпишись. Нет, не от канала отпишись, а напиши, Игорь смотрит.